Всем привет, друзья, канал Мусолим. В работе у нас Mercedes Vito. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол практически голый металл, также задние арки. С одни из самых шумных мест в автомобиле. На крыше по несколько полосок вибропласта. Смотрим переднюю часть двери. Также несколько кусков вибропласта. Пол передней части. Несколько кусков присутствует. Владелец недоволен штатной шумоизоляцией. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Мерседесе. Проклеен у нас пол. Проклеены задние арки. Все тщательно прокатано валиком. Также обработаны задние крылья. Передняя часть. Обработана крыша. И проклеены первым слоем двери. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Мерседесе. Проклеена с мембранным шумопоглотителем пол в салоне. Также задние арки. Используем блокшот 7 мм. Также мембраной обработана крыша. Используем Skyline 7 мм. Задние крылья мы обработали экспертом. Шумопоглотитель, толщина его 15 мм. И четвертый закрепительный слой, который клеим в дверях, также обработали экспертом. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!